Привет и всем. Мое намерение говорить с любовью, что даже когда есть какая-то критика, это должна быть забота. Вот. И теплый, от теплого места. Сегодня я хотел говорить про слово ответственность. И это интересно, это такие же слова по-русски, по-немецки, по-английски. Корной ответ. So, ответственность. Это что-то связано с ответом, да? И по-английски response, это тоже ответ, responsibility. По-немецки antwort, это ответ, это чистый ответ, antwort, verantwortung, ответственность. Почему в России мало ответственности, особо с мужчинами и женщинами? А как наоборот ответственность, это пофигизм, да? Вот, и как это работает, почему Путин, всякие солдаты, почему они свиничают? Даже в России, да, они сделают пикник и просто свиничают. Почему? Это пофигизм. Потому что в детстве, чтобы учить этот, чтобы воспитывать этот ответственность, надо этот целый план ответ. Что, будет вопрос ребенком, хочешь ли ты мороженое? Хочешь ли ты, и ты слышишь ответ, хочешь ли ты отдавать шапку, отдавать шапчик? Хороший, да, мудрость мамы. Но нет, смотри, по-русски, я мама же. Ты подслушная. Да? Нет. А по плану другой культуры, которая есть больше ответственность, дело идет, что надо слышать ответ и дать вопрос. Хочешь ли ты еще спинат? Хочешь? И ребенок может сказать, нет, спасибо, не надо. Или да, спасибо, да, как в советское время. И, не советское, извини, царское время, до этого, да. Как утомленное солнце, да. Ты видел этот кино? Ребенок сказал, да, спасибо, или спасибо, не надо. Это как мы говорим на высокой культуре на Западе. В России сейчас нет. Будешь ты, буду. Не будешь, будешь. Да, это не как... Хочешь ли ты еще спинать? Вот, но это все это вежливость, особо вопрос. Вопрос даст возможность для ответа. И ответ даст возможность для ответственности. Потом ребенок отвечает и думает, ой, я ел слишком много сладкого, живот болит. Вот, это ответственность его, ее. Да, дочка, сын. А потом мир показывает, да, тебе не надо переживать. Вот, диет, все это. Самое главное, родители, тепло, поддержка. Все это дисциплина, ответственность, все идет от плана уважения. Самое главное, уважать детям. Мы уважаем как? Дать вопрос, слышать. Уважение начинается слышать. Как я могу вам уважать? Слышу вас. Это не как мой план, это надо слышать, кто ты, да? А потом могу придумать на мой мудрость, что надо, не надо сказать. Ну, без этого слышать, поэтому сидеть мы слышим, дать вопрос, даже совет, и слышать ответ, от ответа будет ответственность.